заметили возможный контакт с Западом. На горах? Нет, куда вопрос? Как-то нет. А, сейчас, 240. Горы, да? Город. Да, 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 подтверждаю. Контролирую. Дал метку. Шел на северо-восток. Блин, забыл микрофон включить. Поставил метку, Грек, там один пехотинец. А, не понял. А, двое еще и плюс идут. Дал метку. Они почти подошли к таким большим ангарам. Где у нас сушка, куда она спряталась? Поехал тут. Сушка, где наша? Да, на метку. Так, и наши вступили в бой, вижу. Где наша сушка? Барсы уехали они. А, барсы на них. Бля, у них нет танки, да? Их обходит по горе, дам метку. Обновил. Да, приехал, спасибо. Там вот у них один человек сидит прямо на горе, и его обходят двое противников. Вот я даю метку, тут союзник. А я без карты, но я вижу одного черного, рядом два белого, да? Да, 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 да. Пиздец, он в упор. Не вижу. Обратно бежит, да. Так, даю метку, смотри, вдоль берега идут, Грек, скажи нашникам. Поставил метку. Одного там, а двоих вижу. Сейчас он сбежится к нам, Вакер, он, блядь, сейчас. Ну я готов сейчас, надо было, чтобы он вышел в поле. Да-да, хорошо, я не буду его наблюдать, окей? Ты сам контролируешь? Mm-hmm. Блин, он около нас, около шайтана уже. Он около шайтана. Он в упор. Да-да. Ложись, ложись, не освещу. Не высовывайтесь только. Он вдоль берега уезжает дальше. Метки ставлю, куда едет. Там ПП-шка Деров может Турома встретить. Викер, дальше на 260 бомбах стоит. Похмаш. Не-не-не, с их
запада. Сейчас примерно метку кину. Там он против танка стоит, сука. У нас вот близко Платон. Что? В упоре был, убил одного. Дайте метку на танк. Танк вот здесь, на западе. Так, а как именно выглядит противник, хотя бы напомните? Ну этот был типа в Вудланде в таком, зелененький. Чьи-то голоса у моего бункера, что ты говоришь, что он на аэродроме сгорел? У тебя бэтр стоит прямо за твоего бункера. И походу внутри разговаривает, их слышишь. Юрий? Да? У тебя работает? Нет. Я закрыт. Юго-запад, дымы. Чё, близко? Километр. Мы чё, только двое, что в трейлере? Платон, ты работаешь? Да, я работаю около БТР был противник, кажется. Кого-то около БТР убил, не думаю, что свой. Ясно. Шел. У тебя пех дымов. Попал. Готов. Я глухо ничего не слышу. Он был с трубой пех. Бэтэ рядом с нами проходит. Дал метку. Побегу противник много. Принято. Платон, ты живой там? Живой, оглох, ничего не тут. Понял. Короче, Платон, у тебя на дороге лежит пех. С трубой. С трубой. Грех, у тебя есть возможность запад смотреть? Грек? А, у нас 40. Где? Да, у них враг. На звук уходите. Понял. Ранил его, он зашел в башню вашу. Давай маленько еще вперед пропустим. Вижу, вижу, бежит прям на нолях. Да-да. И двое в доме, где ты сидел. Так, одного подрезал. Хорошо. Живой, живой! Добил. Попал во второго, не убил в домике там. С этим бегущим кого-то рядом еще видел? Он вперед всех убежал, за ним еще были двое. Но он с ДВшкой, я его убил. Нет. Майк. Майк. Ярче. Ярче, нам нужен наблюдатель. Это... Но запомните меня, коммунистом. Давай, Вейкер, жахни. Давайте-то, сука. Вижу. А домик удалил. Они прошли их уже. Я их пропущу чуть подальше. Не пугай, не пугай. Бета работает по кому-то. И он к берегу ушел.
на 15. Соседние скалы. Ну, кажется. Семерочника. Ровно 280 от нас, 200 метров. Принято. Давай теперь продвинемся. Конечно, он работал поворотчик. Вон тут какая-то колючка как раз. Справа кто стрелял сейчас? Там наши. Прости. Ярче просто там чистит. Нету, глышек нету. Можно, в принципе, уже по домам работать. Ну, если там... Глышки кое закину сразу. Ярыч, живой? Ярче. Залип мертв тот. Ярче, где мы, может, лежит здесь? Скорее всего, это он рядом со мной упал. Мне его не понять без дымов. У меня есть дымы, где он? Морис, где он? Перед тобой, шайтан. Не вижу. Сейчас мы его...
сарайчик это вот тащить будет. Противник работает, что ли? Гранат вражеский, походу, этот, блядь, он стекает. Нашего оружия. С тыла. Снайпера работают. Да, вижу их. Прямо работают. А, дайте. 220. Проще обойти, а дойти назад за стеной пройти все. Блять, спереди. Без дыры есть. Спереди гэх, походу, ебаш. Бля, помотали за стеной. Как туда, посмотри. Тыло одного убил, остался талиб с ДВшкой. Дом на 230, слева от него забор. На СКС работает прям по нам. Мы что, захватили? Захватили. Актер, возможно, мертв. Пулемет по мне в упор почти с тыла на юнге. Кто сейчас стрелял? Я стрелял, убил талиба. Ты рядом со мной, да? Его бог не видел. Зажал. Могу добежать, я бегу. Блять, ты псих. Тихо! В окопах кто-то за ним. Слышишь? В окопах за ним кто-то мелькнул. Что там такое? Убил талиба в упор. Хорошо. Ну, может быть, не один с оружием подходит. Они с тыла подходят. Занимайтесь триггером. Занимаемся. Я около него. Ты за зелеными контейнерами? Да. Принял. Опустить надо, говорю, преимущество. Преимущество вроде как. Стыл еще минус один. Даже в одноэтажный. Чё, море двухэтажный, что там море спрят. Да, блять. Охуенно, парни, молодцы. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.